В Усть-Нере продолжается переселение жильцов из ветхого и аварийного фонда. Всего с момента принятия программы и до конца следующего года запланировано строительство 17 многоквартирных малоэтажных домов. Обо всем подробнее наши аймеконские коллеги. И снова новоселье. Еще 20 семей переедет из аварийного жилья в новые теплые и удобные квартиры. Накануне жильцам торжественно выданы ключи. Сказано много таких слов. Вот, мы очень рады за вас, что вы переехали в этот дом, ушли от тех старых квартир, в которых вы живете, которые уже действительно очень старые, безжалые, в чем-то везде запах сырости. Первую свадьбу мы установили 10 марта 2016 года. Целое лето трудились и совместно вот с поселком Уснера, конечно, построили этот красивый и современный дом. Конечно, были учтены недостатки от предыдущих домов, которые были там, да, вот совместно с администрацией это все устранили. Как сказал представитель застройщика, с каждым сданным домом улучшается качество. Так, в этом доме сделано автономное освещение в подъездах. В квартирах установлены бойлеры для нагрева воды в летнее время. Меня устраивает все. Туалет отдельно, санузел отдельно, ванна отдельно, кухня, бойлер. Прекрасно. После наших условий здесь прекрасно. Мне очень нравится. Отлично. Ну, с виду все это, а жить уже покажет. Может, какие-то недочеты будут, но так не видно их. В общей сложности в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья в Усть-Нере за 3 года сдано 8 многоквартирных малоэтажных домов. Жилищные условия улучшили 188 семей. До конца года планируется сдача еще 4 новостроек. Светлана Пацуева, Павел Комин, НВК Саха, Усть-Нера.